Люсенька, как волонтер нашего фонда, сегодня вот представляет историю Николая Михайловича Бардыгина из города Егорьевск, который построил храм великолепный Александра Невского. Вот он во всей красе. И вообще, дорогой Никифор Михайлович, он был меценатом и благотворителем. Здесь очень много всего в Егорьевске сделано благодаря ему. Сейчас мы покажем еще, где находится вот это вот, прямо около храма поставили такой монумент Никифору Михайловичу специально, чтобы люди помнили, как много он сделал для этого прекрасного города. Царство небесное, вечная память, все будут помнить о таком великолепном человеке. Как жаль, что сейчас, к сожалению, такое меценатство не в моде. И нам остается только учиться у таких людей, строить свою жизнь, как подобает христианам и вообще добрым людям, которые хотят жить не только в этом мире, но и в будущем.